Жители городского округа Химки столкнулись с проблемой вывоза мусора. Из-за плотной запаркованности вблизи площадок спецтехника не может проехать к бакам. Решение вопроса лично контролирует глава округа. Дмитрий Волошин проверил содержание контейнерных площадок на Юбилейном проспекте. В городском округе Химки на сегодняшний день 749 контейнерных площадок и 615 дворовых территорий. Для того, чтобы нормализовать вывоз мусора, нам необходимо сделать правила организации движения во дворах. И вот в 46 дворах мы уже эти правила сделали. Проект предполагает установку знаков дорожного движения вблизи контейнерных площадок и на въездах во дворы. Они позволят освободить проезд для спецтехники и коммунальных служб. Такие знаки уже установили по 14 адресам. В этом году закроем все дворовые территории. То есть будут устанавливаться знаки, полусферы. Вот, и парковка у контейнерных площадок будет запрещена. Там, где знаки уже есть, за соблюдением правил дорожного движения тщательно следят. Если автомобиль препятствует проезду, об этом сообщают через управляющую компанию или в общедомовом чате. Если владелец не выходит на связь, машину могут эвакуировать. Андрей Липанов, Елена Троненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.